Здравствуйте, друзья! В Турцию приходит весна. С каждым днем становится все теплее и теплее. И как раз наступает пора, когда сюда приезжает множество желающих, кто хочет здесь остаться на подольше. Но для того, чтобы в Турции находиться легально подольше, нужно получить ВНЖ. А для получения ВНЖ лучше всего обратиться к специалисту, так как законы время от времени меняются, и за всем самому самостоятельно уследить невозможно. За моей спиной можно увидеть центр, где выдают ВНЖ, куда приносят люди документы, платят пошлину, и после чего отсюда отправляются на ваш адрес уже ВНЖ. О том, как получить ВНЖ, у нас выходил ролик на канале, и там есть примерные данные, что нужно для получения ВНЖ. Но опять же повторюсь, что времена меняются, меняются законы, и лучше обратиться к знающему человеку. А к знающему человеку мы сейчас с вами и пройдем. Это не реклама, это скорее просто совет, так как когда люди приезжают, они не знают, к кому обратиться, так как вокруг много разных контор и организаций, которые могут помочь с этим, но у всех разные цены. Мы же нашли специалиста, у которого в Анталии самые приемлемые цены. Давайте же пройдем до него вместе. Итак, вот сейчас прямо за моей спиной находится это агентство. Напоминаю, это не реклама, выбор все равно остается за вами, но у вас уже есть вариант. Там работает русскоговорящий специалист, поэтому даже не нужен ни переводчик, ни приложение переводчик в телефоне. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, не забывайте про колокольчик. До новых встреч, друзья!